Rainbow English, учебник, 6 класс, юнит 11, 5 и упражнение номер 4. Читаем, переводим новые слова и выражения. Architect. Обратите внимание на произношение, довольно сложное, ударение на первый слог. Архитектор. Century. Век. Defend. Защищать, оборонять. Enemy. Враг. Fairly. Довольно, достаточно. Other. Другой, другие. Still. Все еще. By and by. Постепенно. Turn into. Превратиться в кого-то, во что-то. Итак, первый. Architect. Архитектор. A great architect. Великий архитектор. A famous architect. Известный архитектор. Who is the architect of this building? Кто архитектор этого здания? Баженов, a Russian architect, is very famous in our country. Баженов, русский архитектор, очень известен в нашей стране. Century, век. The new century, новый век. The last century, последний век. The 21st century, то есть это порядковое числительное, 21st, 21 век. Пушкин was born in the 18th century. Пушкин родился в 18 столетии или веке. Defend, защищать, обороняться. To defend the city, защищать город. To defend the capital, защищать столицу. It was not easy to defend Moscow, but they did it. Лучше с конца тут. Защищать Москву было нелегко, но они это сделали. What helped them to defend the city? Что помогло им защитить город? Enemy – враг. His enemy – его враг. Our enemies – наши враги. To defend the country from enemies. Защищать страну от врагов. Russian people often defended their country from enemies. Русские, можно люди не говорить, просто русские, часто защищали их страну или свою страну от врагов. Fairly, довольно. Довольно или, так у вас вариант, достаточно, ну, чаще как довольно. Fairly good, довольно хороший. Fairly bad, довольно плохой. Fairly strong, довольно сильный. My sister is a fairly good singer. Моя сестра довольно хорошая певица. We know our history fairly well. Мы знаем нашу историю довольно хорошо. Other – другой, другие. Other places – другие места. Other people – другие люди. On the one side and on the other side of the road. На одной стороне и на другой стороне дороги. Are there any other questions? Есть ли какие-то другие вопросы? Their house is on the other side of the street. Их дом на другой стороне улицы. Still. До сих пор. Или все еще. Так, у вас это все еще. Ну, это то же самое, просто у вас, видите, именно все еще. Still busy. Все еще занятой. Still important. Все еще важен. Или важный. This book is still my favorite. Эта книга до сих пор моя любимая. They still live in the north of Great Britain. Они до сих пор живут на севере Великобритании. By and by. Постепенно. By and by we began to learn more about the city. Постепенно мы начали узнавать больше про город. The weather became better by and by. Погода становилась лучше постепенно.
turn into, превратиться во что-то, в кого-то. Soon the water in the river turned into ice. Вскоре вода в реке превратилась в лед. By and by the small town turned into a big city. Постепенно маленький город или маленький городок превратился в большой город.